Товарищи латышские стрелки, это какое-то недоразумение, братцы. Я же свой. Я свой, хлопцы. Я же такой же, как Петерс, и вы. Петерс! Петерс, Петерс! Йо-йо! Петерс, Петерс! Юсу мели нокера каспигу! Кадас мультибас винш! Руна коарвиню тавить! Ледет виношур! Ну, мы же вместе революцию делали, а, хлопцы! Командир красных латышских стрелков, товарищ Петерс, любил мечтать о светлом будущем. Ну, это свой же, хлопцы, неужели вы не понимаете? Спасибо. Товарищ, вы, наверное, главный, да? Я вижу, что вы главный. Я очень хорошо, что я к вам попал. Вы объясните своим стрелкам, что я свой, что я красный, русский. Они ни хрена не понимают. Я им говорю, они не понимают. Отбил, да, кашу, ну, скадры, асы, все сад. Он кашу, шей, дарят. А? Ну, вы что, ну не видите, что я свой? Ну, я свой, я. Да, да, рейзи, а то он гилдан скалдры. Кашу, все сад, так, сон, кашу, шей, дарят. Я отбылась не был. Эсус Павелшу, нож халт. Ну, я не понимаю. Я не понимаю. Ну, как вам сказать, что я свой? Ну, что я красный? Мы революцию вместе делали. Ну, товарищ, ну как же, ну... Нож халт. Что? Нож халт. Нож халт, нож халт. Нож халт? Он сказал, нож халт. Ножал! Что такое? Ножал! Ножал! Эх, товарищи, сколько еще предстоит сделать в будущем? Сколько еще людей не знает латышского языка?